Друзья мои, привет! Вчера была опять в магазине Dollar Store. Кстати, мне нравится. По нашим казахстанским меркам это самый оптимальный магазин. И давайте покажу, что я покажу вам, что я купила. Вот смотрите, ребят. Вот это сардины, правда, тоненькие. Но в остром соусе. Hot соус. Вот они мне нравятся больше всего. Там два соуса. Как-то с водой, натуральные, потом с маслом, потом еще с каким-то другим соусом. И вот это острый соус с помидорками. Но они обалденные. Я один раз попробовала, ну вот еще сейчас три баночки купила. Каждая баночка доллар. Ну, для сардин это супер. В общем, очень-очень они мне нравятся, остренькие. Так, я дальше купила... Ну, по-нашему, сливки в сахаре, с сахаром, вернее, сливки с сахаром сгущенные вообще не болтаются, стоят 1 доллар. Ну, нормально. Нормально, густые, хорошие сливки. В общем, я их купила. И купила вот такие сардинки в томате. Ну, думаю, мне на закусочку какую-нибудь тоже пойдет. Это я как бы купила... Во-первых, дочка и внучка это вообще не едят, им нафиг это не нужно. Это только я купила для себя. Ну, вот это, может быть, будут есть. Это они любят. Ну, это я, можно сказать, больше для них и купила. Дальше, что я купила? Вот смотрите. Пластиковые такие одноразовые тарелки. Вот здесь 8 штук. Стоят 1 доллар. Но я купила их как подставки под цветы. Подставки под цветы, они, когда одинарная она стоит, она вообще практически не видна. И вот когда ты покупаешь цветы, то они как бы супер-пупер. В общем, это я купила для них, чтобы поставить вот эти подставки. Вот эти цветы. Ну, теперь перейдем к части той, которая касается рукоделия. Вот, ребят, купила... краски акриловые по 1 доллару. У нас они в 3 раза дороже. Ну, как бы 2,5-3 раза. Ярко-желтый, зеленый и красный. Ну, красный меньше. И черный я такой же покупала. Ну, ладно, какие были. В прошлый раз не было этих цветов. Зеленый, по-моему, был. Этого не было. Вот этих двух не было. В общем, это я повезу с собой в Алма-Ату. Так что как я как бы все равно рисую. И как бы... Вот... А, кстати, из продуктов я хотела еще показать, ну, вот такие печенюшки в шоколаде. Стоят 1 доллар. Ну, дешево и сердито. Нам как бы с папой пойдет печенье в шоколаде. Будем с папой есть печенье в шоколаде. Это я повезу в Алматы. Ладно, дальше. Дальше скоро мы будем делать новогодние веночки. И я купила, вот это тоже стоит 1 доллар, вот вместе с шишечкой. Ну, у меня дома есть шишки, отсюда, я шишек много здесь набрала, но не повезу отсюда. Ну, может быть, желудью везу, но шишки не повезу. Шишки мне дочка, кстати, целую посылку выслала, и сын целую посылку с Англии. У нас как бы в Алмате с шишками проблема. Ну, вот этот вот наборчик, тут, смотрите, ну, довольно-таки много цветочков. О, вот эти ягодки супер, да? Мы будем делать венок. Вот. Вот это я повезу в Алма-Ату. Однозначно. Однозначно. Дальше. Ой. Ну, ребятки, подождите. А, смотрите. Ой. Такие шикарные подвесочки с колокольчиками. Из проволоки сплетена елочка. Вот эти две штучки стоят доллар. Но тоже дома для декора я применю. Это я тоже, вот эти колокольчики я везу в Алма-Ату. Ну, люди, наверное, драгоценности везут, а я вот всякую фигню. Ну, так мне нравится. Смотрите, это тоже я приобрела бусики. Может, там были вот чисто красные все. Целый набор и чисто красные. Но я приобрела цветные, не знаю. У нас тоже дома они есть. Но вот этот вот набор тоже стоит 1 доллар. 8,
8 бусинков, ну почему бы. Это вот именно для поделок, именно для рукоделия. $1. Какая красота. Красота. Дешево и сердито. Так, что еще, ребят, я приобрела? Стразы. Ну, я не знаю, это я там украшаю всякие разные тарелки, всякие разные бутылки, картины и все такое. Это самоклеющиеся. Но я их, если сделаю картины, я их приклеиваю еще дополнительно. Вот. Вот ярко-зеленый цвет мне понравился, ярко-синий, ярко-красный. Был еще розовый, был еще какой-то. Но вот эти. Вот это каждая стоит $1. Не знаю, вам передает или не передает. Может, лампу как-то убавить. Ой, нет, это прибавило. Может, какой-то сделать цвет натуральный. Ну, не знаю, в общем. Не знаю, как снимать. Ну, вот так, ребят. Это тоже я повезу в Алмату. Почему повезу в Алмату? Потому что как бы какое-то я рукоделием каким-то занимаюсь, и мне это интересно. Ну, чтобы. Это можно купить и у нас, но надо где-то искать, где-то. Ну, раз поехали в магазин и купили. Так, теперь я купила вот такие свечки на батарейках для поделок тоже. На 240 часов каждая. Не хватит. Просто для поделок, вот именно на Новый год, какие-то украшения там, если что-то ты делаешь, вот две свечки стоят $1. Дальше. Так. Новогодние колокольчики мелкие. Тоже, скорее всего, вот они подвешиваются, каждый колокольчик подвешивается. Здесь есть вот петелька, чтобы можно было зацепить ее. Но я, скорее всего, буду на какой-нибудь веночек использовать, не знаю на что, как украшение. Вот такие колокольчики, тоже $1. А, вот мне, ребят, понравилось, смотрите. Какая прелесть, да? Вот эти два набора с колокольчиками, тоже хочу приделать на какой-нибудь венок, они вот так крепятся. Ну, скорее всего, это можно посадить на горячий клей. Вот эти колокольчики. Сейчас большие, там огромный выбор украшений для Нового года. Но это я для себя, это, кстати, дочки вообще не оставлю, повезу с собой. Вот. У дочки своих причиндал полно. Так, и вот еще, ребят, смотрите. Это каждый колокольчик сделан в форме желудя, в форме шишечки. Он на веревочке, его можно приклеить, а можно просто-напросто подвесить на елочку, на миниатюрную. Ну супер. Кстати, там было полно заготовок вот как для елок из фанеры. Ну, в общем, по нашим меркам это стоит копейки. Я знаю, что у нас в Алмате это в 2-3 раза дороже. И сейчас я вам еще маленький кусочек покажу, что дочка тоже приобрела для подарков. До этого я вам показывала то, что приобрела я, и то, что, скорее всего, я повезу в Алмату. Мне осталось 3 недели, я уезжаю домой к Новому году. А это купила она. Вот видите, шарики пластиковые. Так, 15 шариков. Вот эта вот палочка, 15 шариков, стоит $1. Она это приобрела тоже, чтобы оформлять подарки. Она вообще тоже Мария Искусница и обожает оформлять подарки. Вот эта, каждая палочка по 15 штук стоит $1. А вот здесь сколько штук? Сколько штук? А здесь 12 штук, вот побольше размер. Это чисто зеленые, а здесь вот 15 штук однотонные, это серебряные. Вот это вот, каждая палочка стоит $1. Это все было куплено для оформления подарков. Ну, на елку она предпочитает вешать игрушки из натурального стекла. Ну, подарочки оформлять, букеты какие-то, это супер-купер.
Ну, я считаю, что цена нормальная. У нас, кстати, в Алма-Ате стоит столько же, если не дороже. Мне кажется, даже немножечко дороже. Немножечко дороже. Вот это вот стоит $1. А, вот эти сари тоже приобрела моя дочка, тоже для украшения, делать какие-то подарки на Новый год. Каждый шар, кстати, стоит $1. Ну, наверное, попрошу, и, может быть, я распишу для нее, для ее же подарков, просто и вам показать. Посмотрите, какой шарик, обалденный шарик. Вот тоже я их распишу. Вот эти-то не распишешь, они как бы уже сами по себе красивые. А вот этот, он, конечно, тоже красивый, но, может быть, я его распишу. Дальше. Вот она еще такие приобрела шары. Но у нее какие-то свои задумки в голове, свои планы. В общем, вот такие шарики. Каждый шарик стоит $1. Для меня дорого, а для них халява плиз. Смотрите, сколько она приобрела оленей. А я почему этих оленей не видела? Ну, мы не вместе ходили, как бы. Мы немножко разбежались. Я тоже таких хочу оленей. Так, надо одного оленя у нее конфисковать. Так, выпрошу-ка я у него такого оленя для Алматы. Смотрите, ну, это какой-то пластик покрытый. Ой. В общем, все это взято для того, чтобы украшать какие-то подарочки. Вот смотрите, сколько она их набрала. Так, я просто одного точно конфискую у него. Так, дальше, ребят. Merry Christmas. Так, снежинки. Ух, звезды. Я где была, почему не видела? Смотрите, всяких сортов оттенок. Кстати, она тоже вот эту вот. В этом у нас вкусы совпали. Она еще красная взяла, я только зеленые. Угу. Вот такая вот. Колокольчики, бубенчики, прелесть. Так, теперь смотрите, вот эти шарики тоже лепятся. А я еще не взяла. Такие мягкие шарики тоже, вот знаете, делать открытки, украшения, вот это прилеплять. Ах, зря я не взяла, но еще не поздно взять. Еще возьму. Так. Ну, опять же, колокольчики. Она очень любитель колокольчиков. Взяла их, кстати, 4 цветов. Серебряный, золотой, красный, зеленый. Традиционные цвета на Новый год. А также вот такие снежинки. Здесь 5 штук. Тоже на какие-то вот, опять же, подделки. Можно вешать на елку их, а можно... Ну, опять же, новинки делать и все такое. Ой, нет, наверное, придется мне тоже в доллар стор еще раз ездить. Так, смотрите, золотые звезды. Я просто волосилась и не взяла. Надо было. Ну, ладно, возьму. Так, Merry Christmas. С Новым годом, с Рождеством, как бы. Merry Christmas, с Новым годом, да, золотой, красный цвет. Это тоже она все взяла. 5 штук стоит $1. Вот она очень любит делать букеты своеобразные, всевозможные букеты для, ну, для праздников, для день рождения. Вот смотрите, но это больше новогодний, она взяла красный, серебряный, вот, ну, в основном красные. В общем, на Новый год. Так. Лучше я им отдам деньги и это экспроприирую. Короче, пролетариат экспроприирует. Ну и что она еще купила? Вот такую же кучку красных цветов. Ну, что-то у меня хотя бы с этой, как ее зовут-то? С шишкой, а у нее без шишек. Вот такую я вот такие купила. Вот, с шишками. Ой, какая золотая, красивая. Так. И вот еще одна такая же. Это простые. И вот такие вот серебряные. Красивые. Вот такие же красные. Ой. Ну вот, короче, 2. Вот каждый букетик стоит $1.
Вот это вот просто отвалилось, видно отсюда. Вот видно отсюда отвалилось. Присыпем обратно. Вот так. Вот так. Ну вот так, ребят, показала вам все, что мы купили. Посмотрите, какой букетище. Это сколько она сделает подарков. Она вообще любит делать подарки. Всем подряд делает подарки. Любительница подарков. Я, кстати, тоже люблю подарки, чтобы делать. Ну, надо, чтобы средства позволяли. Ну вот так, ребят, красотища неземная. Ну все, ребят, сделали обзор с Dollar Store. То, что мы купили. Вот так. Каждая вещь по доллару. Но вы уж сами решайте, дорого это или нет. Ну, я брала то, что для меня недорого. Ну, а для них в Америке это вообще халява плюс. На этом все, ребят. Пока-пока. Если не жалко, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока.